На месте когда-то шумного от детских голосов дома теперь только молчаливое пепелище. Пожар начался ранним утром 11 мая, как выяснилось, от замыкания электропроводки. Родители едва успели спасти из горящего дома полусонных детей. Остальное – вещи, одежда, мебель, личные документы – уничтожил огонь. Приходим сюда, уж ключи ищем, документы не остались. Я думаю, ну ничего не остались, к сожалению. Это очень даже неприятно, все равно даже до сих пор в душе неспокойно. Боимся, даже ночами не спим. До сих пор в шоке от произошедшего глава семейства. В огне он потерял и водительские права, поэтому пока не может возобновить свою работу. А ведь у него на попечении 7 детей. 2 близняшкам всего полгода. Работать из-за этого не могу. Нет-то как не уволен. Ну, без прав куда поеду сейчас? И без паспорта? Без паспорта ничего не могу сделать. Все документы сгорели. На горе многодетной семьи тут же откликнулись односельчане, родственники, друзья. Помогают кто чем может, кто деньгами, кто личными вещами, одеждой, обувью. Но главная проблема – жилье. Пока их приютил отец Риммы в своем старом доме, где нет воды и удобств на улице. Со стороны сельсовета мы предусмотрели 2 жилых дома, но которые непригодны в настоящее время для жилья. И нужно отремонтировать, нужна финансовая помощь, где-то 1,5 миллиона рублей, чтобы привести в порядок. Если кто-то из наших телезрителей захочет помочь многодетной семье, номер телефона вы видите на нашем экране. Светлана Звонарева, Фаат Гасин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Лениногорский район.